Если говорить о совмещении независимой оценки и итоговой аттестации, то у нас уже в 24 вузах успешно в текущем году проходит эксперимент, пилотный проект. Он реализуется Национальным агентством по развитию квалификации вместе с Миноборнауки и Рособоронадзором. До этого мы проводили, пилотировали это на примере СПО 0,3 субъектов. И, в принципе, тоже здесь нужно двигаться достаточно быстрее от пилотов, экспериментов, переходить к массовой системе, поскольку, безусловно, здесь появляются интересы обучающихся, они дополнительную мотивацию получают, дополнение к диплому, получению знаний в полном объеме, они получают возможность переходить, опять повторю термин, пришел на рынок труда, поскольку здесь при совмещении с независимой оценкой появляется возможность действительно соответствовать требованиям профессиональных стандартов и требованиям квалификационным. Поэтому я думаю, что в 2023 году нужно было бы завершить стадию пилотирования и переходить к стадии массового такого совмещения.